Молодым солдатам, захваченным в плен, сказали: кто хочет жить, пускай забудет о морали. Кто хочет жить, пусть снимет свой нательный крест. Кто станет братом мусульман, хвала ему и честь. Но молодой Евгений сразу отказался от сделки, что мог еще у нас ожидать от судьбы злодейки. Его жестоко били, издевались и пытали, потом убили. Так просто одним взмахом стали. Мать опасала сына по его кресту на груди. Его не сняли, не посмели подлые враги. А смерть его была в день его рождения. Новый мученик погиб в праздник Вознесения. А как все было, вернемся немного назад. Служить это долг, и он был этому рад. Женек гордился тем, что будет в пограничных войсках. А то, что будет тяжело, не вызывало страх. 3 месяца учебки, 3 еще спецподготовки. Ведь только 18, а уже война винтовки. Горячие точки, Ингушетия, Таджикистан. Вроде не Чечня конкретно, но уже капкан. Мать писала письма, Женя, там все серьезно. А вдруг с тобой случится что-то, но будет поздно. Ведь ты же знаешь, мне этого совсем не пережить. Но рапорт был написан, Женя шел служить. Застава стояла на важном участке в горах. Дорога жизни называл ее проклятый враг. Единственное место безопасной перевозки. Вместо опытных солдат стояли подростки. На крики «помогите» даже не подняли тревогу. Гробовая тишина, ночь глотала дорогу. Применять оружие запрещено приказом. Зато боевики стреляют, не моргнув глазом. Плен испокон веков считали страшным местом. Когда ты ничего не можешь, сидя под арестом. Плен — это неволя, издевательство и пытки. Ты словно кукла, что подвешена за нитки. 3 месяца находился Женя в плену. И все, о чем он так мечтал, пошло ко дну. Он ждал и надеялся, что его не оставят. Верил в то, что и за ним людей направят. Ты можешь жить, для этого не нужно много. Сорви себе крест и поверь в нашего Бога. И все кошмары вмиг закончатся на этом. Ты будешь продолжать любоваться белым светом. Всего лишь 18 лет, мамы, нет офицеров. Нет ничего, кроме жутко потрепанных нервов. Но парень делает выбор, он крестик не снимает. Прекрасно понимая, что его ожидает. Был предан своей вере и видел силу в знаке. Не подчинился дьяволу и чеченской собаке. За что был обезглавлен в день своего рождения. Новый мученик погиб в праздник Вознесения. Царство небесное, вечная память новому мученику, который нас не оставит. Хвала и уважение не продавшим веру, кто отдал небесам свою душу и тело. Царство небесное, вечная память новому мученику, который нас не оставит. Хвала и уважение не продавшим веру, кто отдал небесам свою душу и тело.